по итогам честного зрительского голосования, вложив 300 тысяч рублей, Чу все же вышел в финал. А вот Виктория, набиравшая до 70% поддержки зрителей в социальных сетях, заняла всего лишь второе место. Ну а за компанию с ними будет Кузин. Также Чуев понимает, что бороться в финале по-честному у него нет никаких шансов. Предлагает продать призовую квартиру и на вырученные деньги купить участок и уже строить на нем дом для 6 финалистов. Человек года – это пора сумасшествия. Не прошло и недели с ухода Анны Беляковой, как проект по собственному желанию покидает очередная девушка. Настя Киушкина собрала вещи, ссылаясь на усталость от постоянных ссор с Бурхановым. И идея отдохнуть и наладить отношения в паре на острове провалилась по причине проблем с документами Олега. Зато, вероятнее всего, на Сейшелы полетит новенький Рикардо, который в компании с Григоренко пришел на проект к Лисовой. Рикардо жуть как понравился Анастасии, что она решила его сделать очередной жертвой у тех на райском острове. Интересно будет посмотреть на повторение ссаного веника, ведь только Эдгар Гаспар...